финская компания «Патрия» будет поставлять бронетранспортеры вооруженным силам Словакии. Известно, что компания «Патрия» подписала меморандум о взаимопонимании со словацкой фирмой CSS Industry по поставкам колесных бронетранспортеров 8×8. Он был заключен с целью приобретения этого вида бронетехники вооруженными силами Словакии. Соглашение предусматривает сотрудничество обеих компаний в поставке и продаже бронетранспортеров. Словацкая CSS Industry должна быть включена в производственную цепь компании «Патрия» при изготовлении вышеупомянутой бронетехники. Таким образом, в словацкой оборонной промышленности должны быть созданы новые рабочие места. Планируется приобрести более 80 бронетранспортеров в нескольких версиях. Напомним, что в 2017 году Министерство обороны Словакии и Финляндии подписали соглашение о реализации совместной программы по разработке и поставкам для словацких вооруженных сил новых бронетранспортеров на платформе Patria AMVXP. Прототип с колесной формулой 8×8 должен был быть разработан с участием словацких производителей EVPU и Constructa Defense. На нем должен был быть установлен вариант боевого модуля от EVPU Tura. Базовый модуль вооружен 30-мм автоматической пушкой, пулеметом калибром 7,62 и двумя противотанковыми ракетами. После этого изготовленный прототип новой боевой машины должен был проходить испытания в различных условиях на территории Финляндии и Словакии. И в случае положительного их прохождения ожидалось, что в течение 2018-2024 годов в Словакию поступит 81 боевая машина. Базовая боевая машина Patria AMVXP была представлена в 2013 году. Ее боевой вес может достигать 32 тонн при полезной нагрузке в 15 тонн. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!